Добрый день, мы помолимся. Свет небесных, утешитель души истины, люди везде, святые все исполняли, сокровища других и жизни подателя, гляди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажен души наши. Спасибо, присаживайтесь. Ну что, мы с вами продолжаем изучение Священного Писания. У нас вторая книга Пятокнижия. Книга пророка. Лет. Да, ни много ни мало, 80 лет было Моисею. Он был женат на дочери Иофора, священника Когена, мы с вами говорили, и Навид, и князя земли Мадиамской. И происходит что? Происходит призвание к пророческому служению. Мы с вами говорили, что человеческая природа с Богом враждует после грехопадения. Человек волю Божию не исполняет. Вся человеческая природа, если вот как бы воля Божия в одном направлении, она всегда будет в противоположном, да, двигаться. То есть это постоянно, это у всех людей на всем земном шаре, вне зависимости от того, какому религиозному, национальному, социальному и прочим, они принадлежат сообществу. И вот здесь что происходит? Происходит призвание на пророческое служение, то есть человек должен начать следовать воле Божией, потому что мы с вами говорили о том, кто такие пророки. Которые не через которых Бог говорит свою волю. Да, это те, которые раскрывают волю Божию. То есть пророчество – это не предсказание будущего. Пророчество – это раскрытие воли Божией о человеке, о человеческой судьбе. А воля Божия по отношению к человеку, она всегда благая, и она всегда ведет человека к спасению. Но если природа человека постоянно направлена к чему? К греху. К греху и к смерти, то призванию человек, естественно, всячески, насколько он это может, да, противодействует. И вот мы с вами были свидетелем тому, как и величайший из пророков, о котором Священное Писание говорит, что не было подобного ему в Израиле, не было подобного ему за всю историю существования Израиля, вождю, правителю, религиозному деятелю, Моисею из колена Леви, вот он тоже всячески, насколько это возможно, пытается от своего служения уйти. То есть природа у Моисея точно такая же, как и у всех людей на земле. Призвание, тем не менее, состоялось, потому что это воля нечеловеческая. Спасение человека – это не аспект воли человеческой. Это воля Божия. И Господь открывается, мы с вами говорили, Моисей, открывается под новым именем. Каким? В трудовом пусте, когда я Бог или нет. Да, какое это имя? Когда Господь спрашивает, кто, если меня спросят, кто меня послал? Да, то есть мы не можем прочитать, да, мы вот пытаемся эту транслитерацию восстановить, но из того, что есть, я есть тот, кто я есть. О чем говорит Господь? Он говорит о том, что сам Бог является в собственном смысле слова существующим. Поэтому и в тех переводах Писания, о которых мы с вами говорили, Бог назван каким? Сущим. Да, что это значит быть сущим? Всегда и во всем. Действительно существовать по-настоящему, за правду. В отличие от этого человек, и человек почему все время играет, да? Почему постоянно играет социальные роли, семейные роли, общественные роли, государственные роли, почему постоянно игровой элемент присутствует? Почему даже древний мир не имел понятия личности и не знал его как такового? Да, по какой причине? Потому что человек-то не настоящий, не настоящий. Здесь что происходит? Мы становимся с вами зрителями. Вы знаете, до прихода христианства, вот религию как таковую часто ругают, да, до прихода христианства языческий мир
понятие личности не знал. Мы с вами теми понятиями, терминами, которые оперируют, они благодаря христианству появились. Во всех судебных актах Европы, там, ну, Западной Европы, я имею в виду, Римской империи, присутствовал термин. Греческая драматургия знала такое понятие, как просопон, да, вы все знаете греческий театр, да, вот такой амфитеатр, там вот играют, греки не переодевались в разные одежды, они надевали такие большие маски, надевали. И вот потому, какая маска в данный момент надета на человеке, зрители понимали, кто вот в данном случае перед ними. То есть переодеваться особо не было никакой необходимости. Но вы помните дуэт, допустим, там Маврикина, да, вот где-то двое, они же не переодевались, да, они просто надевали на себя, и все, и люди дальше уже фантазия дорисовывала. Вот эта вот маска, которую актеры периодически меняли во время представления, она и обозначала личность. Вот это и было. Вот представьте себе сознание, мировоззрение людей до христианского мира. Я почему вам об этом говорю? Чтобы понимать, что говорит формация с другими нравственными, моральными, этическими посылами. Абсолютно иными. Сейчас другой мир. Он может быть плохим или хорошим, но он мир после Христа. Он видоизменен, изнутри видоизменен. И, как говорит апостол, как говорит Господь, врата ада не одолеют уже это изменение в человеке. А вот что было до Христа? Какой был человек? Человек воспринимался с точки зрения социальной роли, еще раз повторяю это слово специально, роли, которую он играет. Играет роль руководителя в семье, там, отца, матери, брата, сестры, ребенка или еще и кого-то. А вот что такое личность? Личность, термин сам, появляется только в IV веке, благодаря деятельности святых отцов каппадокийцев, когда люди пытаются объяснить, что такое Отец, Сын и Святой Дух. Вот объяснить, понять. Конечно, до конца это понять нельзя, но вот идет такая философская переработка этого термина, и на свет появляется термин «личность». То, что мы сейчас применяем к человеку. И он не имеет отношения к социальной роли, цвету волос, цвету глаз, чем мы занимаемся, какое мы положение занимаем в этом обществе. Мы же не говорим о том, что ценность личности зависит от его положения. Мы говорим, у личности есть права, мы вот сейчас все бросаемся защищать эти права, да? А в древнем мире такого не было. Право было у кого? У свободного и богатого. Кто вам сказал, что мир жил в этом, с понятиями равенства и братства? Да никогда такого не было. Никогда такого не было. А почему? Потому что, извините меня, богатый вельможа и бедный раб, какие они друг другу братья? Кто вообще впервые привносит в этот мир понятие братства вне зависимости от социального статуса, вне зависимости от пола, вне зависимости от национальности? Кто привносит? Где вы это видели? Поищите, вот у вас есть исторические источники, да? Где вы это видели? И то же самое, когда эрозия религиозных взглядов вот в обществе начинается, все эти барьеры рушатся, и опять вот это вот дисбаланс, опять неравенство, опять каждый смотрит на ближнего, да. И, соответственно, опять вот это языческое римское представление, homo homini lupus est, да, человек человеку волк, оно опять всплывает. Это эрозия религиозных взглядов, но в частности мы говорим с вами о христианстве. По натуре, по природе человек человеку не брат. Человек человеку брата может быть во Христе. А по натуре человек человеку волк. Да. И это все прекрасно понимали. Это ни для кого не являлось откровением. И если сегодня религиозные взгляды не лежат в основании человеческой деятельности, мировоззрения, общественной, внутренней,
То есть, если нет вот той закваски или той соли, о которой говорит Христос, да, или той закваски, или того света, о котором говорит Христос, нет в человеке, не ждите каких-то особо хороших, добрых социальных отношений. Их не будет. А где им вибрация? Ну, с чего? С какого фундамента? Исходя из чего? Исходя из того, что все произошли от обезьян? Вот, исходя из чего? Из зоологии? Ну, из чего? Вот от какого фундамента отталкиваться-то? А не, вот, ну, нет такого фундамента. Ну, соответственно, мы видим, как люди друг к другу относятся. Возвращаясь к нам, Бог говорит о том, что Он сущий в собственном смысле. То есть, мы с вами говорили, Он не обязан никому своим существованием. Он существует по-настоящему. Соответственно, вот в сознании людей, и что еще говорит Господь, «Я открывался отцам вашим Аврааму, Исааку, Якову, но они не знали меня под этим именем». Они не знали меня под этим именем. То есть мы с вами наблюдаем поэтапность откровения человеческому роду. «Я открывался им как Бог всемогущий, Эль-Шаддай». Бог всемогущий. А кто такой Бог всемогущий? Да? Это Творец, которому вы должны служить. Вне зависимости от того, там, чего вы хотите или не хотите. Но Он всемогущий. Вам деваться как бы некуда. Да? А вот здесь уже Моисею открывается еще одна сторона этого вопроса. Я существующий в собственном смысле. И, соответственно, все бытие, и вы, люди, да, существуете потому, что есть Я. И, соответственно, есть еще продолжение этой мысли. Вы настоящие в той степени, вы на самом деле живете в той степени, вы осознаете, насколько вы близки к Богу. И почему это происходит именно в этот момент? Потому что происходит формирование народа. Амим, мы говорили с вами, да, ам народ, амим, мой народ. Формирование народа происходит не под влиянием политических, социальных, каких-то иных аспектов. Это совершенно, мы с вами уже говорили, можно так сказать, это совершенно искусственная генерация, достаточно очень быстрая. Это происходит достаточно быстро, если в других случаях для формирования этноса или народа нужно тысячелетия, да, то здесь это все происходит очень быстро. Авраам призывается из Ура Халдейского, Исаак уже подходит к границам Египта, Яков уже переходит и поселяется в Египте, и там уже шестом, мы с вами говорили, сколько тысяч людей? Да, по времени все очень быстро происходит. Мы с вами будем свидетелями того, как Моисей выведет этот народ, и очень быстро у него возникнет культ, социальное формирование, вот эти правители, да, различных родов, судей и так далее, и так далее. Все это будет очень быстро, такими темпами. Почему? Потому что всем этим занимается кто? Господь. Еще раз повторим, это не просто история, это такая мета-история, да? То, что над историей, это неестественный ход развития. Для чего это нужно? Для чего это все формируется? Израиль – это тот народ, через которого будет явлено спасение миру. Он ничего из себя не представлял, и мы видим, в Египте это просто рабы. В каком положении мы с вами тоже это видим, да? Вопль достиг, то есть, ну, вот. И вот из этих рабов, ничего не значащих, ничего не стоящих, с которыми, как мы видим, на протяжении нескольких поколений египтяне не садились за стол, брезговали. Да, вот брезгливость египтян, ну как с остальными ели, да, вот эллины посещают Египет, они просто не пользуются общими приборами, но они сидят за одним столом. С иудеями не пользовались ничем, не садились, никак, брезговали этим народом. И вот из этого отщепенца мы с вами постоянно что наблюдаем? Очи Божии – это не очи человеческие. Это человек ищет красивее, сильнее, могущественнее и так далее. Бог смотрит иначе. И поэтому апостол Павел и повторяет постоянно это, да? В немощи человеческой сила Божия или благодать является. В немощи.
И даже когда Новый Завет, посмотрите, дается, сами апостолы как говорят, не мудрое и не сильное века сего. Кто такие апостолы? Ну, да. Это что, какая-то школа специфическая? Это что, какие-то вельможи и сановники, какие-то влиятельные люди? Кто это? Рыбаки, по большому счету, да, сборщики налогов там и так далее. И так. Но в основном это рыбаки. Еще где мы с вами говорили? Галилеяне, что за народ? Ни языка своего не знает, ни религиозных верований, как нужно, не отправляют. Ну, в общем, какие-то такие затворы. Если Иудея – это затворки Римской империи могущественной, то Галилея – это затворки Израиля. Это не Иудеи, это непонятно что. Поэтому Галилея языческая увидела свет. И потом этот свет просиял так, что вот мы с вами даже сегодня, да, являемся свидетелями. Вот это предыстория. А теперь давайте вот с 19 стиха мы продолжим. Там в Медиане Господь сказал Моисею: «Возвращайся в Египет, те, кто хотел тебя убить, уже умерли». Мы с вами говорили, да, это параллельное место, кто хотел, искал души, те умерли. Мы в Новом Завете об этом тоже читали, это тоже было связано с Египтом. С чем это было связано? Со святым семейством. Да, точно так же возвращайся, Иосиф, в свою землю, потому что те, кто искали души младенца, уже умерли, да? И здесь то же самое, Господь говорит: возвращайся в Египет, те хотели тебя убить, искали твоей души, иначе говоря, нефеш, мы с вами говорили, их уже нет. Это воля Божия. 20 стих. Ну, все то же самое, да, как мы видим в Новом Завете. Иосиф встал, то же самое, осел, да, и так далее, да, двоих детей. И пошел в Египет. Да. Господь сказал Моисею: «Я дал тебе силу творить чудеса. Когда вернешься в Египет, сотвори все эти чудеса перед фараоном». Спасибо. Моисей посадил жену и детей на осла, взял с собою посох Божий. Помните, что это посох, да? Это теперь посох власти. Да, это особый посох, и возвращается в страну Мицраим. Да? Мы с вами говорили, что это за страна. В его, он не просто так, у него теперь есть что? Полномочия. Он теперь несет пророческое служение. У него полномочия. То есть посох – это теперь символ полномочий. У него мотивация теперь самая высокая, которая, какая только существует. Да? Он имеет от Бога власть. И вот с этой властью движется в этот Мицраим. Когда он говорит в 21 стихе: «Все чудесные явления, которые я верил твоей руке, сотвори их перед Паро. Я же...» Прочтите, пожалуйста. «Я заставлю фараона упорствовать, он вас не отпустит». Да, я заставлю фараона упорствовать, он вас не отпустит. Это литературный перевод. Дословный такой: я скреплю, ожесточу сердце фараона, и он не отпустит народ. Там стоит слово хазак. Еврейское слово хазак означает быть сильным, усиливаться, укрепляться, пересиливать, одолевать, утверждать, захватывать, показывать себя сильным или крепким. Что произойдет? Часто задаются вопросы: ну как это, вот Господь взял, ожесточил сердце фараона, как мы вот в этом литературном, да, переводе сейчас читаем, а потом фараон виноват. То есть как может быть вина человека, если сам Бог вмешался и как бы изменил его, да, взгляд? Но дело в том, что никакого изменения взглядов нет. Вопрос заключается в другом. Мы с вами говорили уже, как говорил апостол Павел. Здесь на греческом хазак, на иврите хазак крепкий, да, а на греческом склерино, ожесточает, делать твердым или упругим. В переводе 70 именно вот так это звучит. О чем идет речь? Апостол Павел говорит: когда люди отвергли Бога и стали служить творению, то есть поклоняться камням, деревьям, рекам, водам, звездам,
проявлением человеческой природы, да, страстям и так далее, и так далее, Бог оставил их идти по путям, которые вот у них, ну, как часто у нас в жизни, как мы говорим, не надо мне читать нотации, я буду действовать это как я хочу, да? Мы как определяем свое отношение к тому или иному явлению или призванию? Мое это или не мое? Я смотрю на то, что у меня внутри. Но это все хорошо, если бы человеческая природа не была бы повреждена грехом. А когда ты вот полностью отдаешься этим ощущениям и мыслям внутренним, и забываешь о том, что там внутри действует хатат, грех, тогда тебя уносит очень далеко, и ты с каждым разом все менее и менее перестаешь слышать голос совести, голос Бога в человеке, голос совести. Он глохнет, но становится тише. Помните, мы с вами Льюиса читали, да? Это все тоже голос любви, но он очень громкий такой, когда ты не слышишь, он такой катастрофичный для тебя. Потому что ты не слышишь тихого голоса. Бог с тобой говорит, а голоса совести ты не слышишь. Поэтому начинаются катастрофы. Отсюда кризис в жизни любого человека, общества, страны не имеет значения. Кризис что означает? Суд. Суд. Слово кризис означает суд. То есть ты вторгаешься, попадаешь, тебя засасывает в такую область, в которой начинается уже суд. Потому что ты не слышишь. Это почему происходит? Ты хочешь действовать согласно собственному желанию, действуй. И Бог тебя оставляет действовать в соответствии со своей природой. Вот что важно, вот что является кардинальным учением христианства. Ты хочешь действовать в соответствии со своей натурой и не хочешь слышать воли Божьей. Хорошо, Он оставляет тебя жить наедине с самим собой, в соответствии с собственными позывами души и сердца. И душа, и сердце, и плоть повреждены грехом. А грех – это всегда смерть. Значит, потихонечку, не сразу, как говорит Адаму в раю, да? Нарушишь – умрешь смертью. Но не сразу умрешь, он же не сразу умер. В любом случае, это приведет тебя к смерти. И апостол Павел, рассуждая об этом, тоже говорит, когда Бог их оставил, они извратили собственную жизнь. Ну, практически все цивилизации, которые мы знаем, они все у нас, да, как вы знаете, все цивилизации. Мы не можем найти цивилизацию, которую бы поставили в качестве иконы, в рамочку бы ее возвели и так далее. Да. А почему? Вот эти сообщества, они все действовали в соответствии с собственными внутренними, греховными, иначе говоря, натуральными представлениями. И здесь то же самое. Этот глагол «склерино» или «хазак» говорит о том, что Бог оставляет фараона, и вот какие у него помыслы, мысли, представления в голове есть, они будут утверждены, скреплены твердыми. Что значит ожесточиться? Голоса совести не будет. Будет только натура, грех и дьявол. Что из этого винегрета, когда остается наедине человеческая природа, грех и дьявол? Что из этого винегрета получается? Ну, конечно, ожесточение, да? А кто такой фараон? Фараон – это бог Египта, сын бога Ра. Тот, о котором мы говорим, он, скорее всего, там еще Птаха был культ. Да, ну, не важно. А все остальные египтяне, они же после Иосифа, мы с вами говорили, они рабы. Правда же? Они рабы. Ну, как Бог на земле, ну, представьте себе, это несложно, относится не только к рабам, собственно говоря, жителям Египта, а к рабам рабов, к евреям. Ну, естественно, если евреи скажут, что нам нужно уйти из Египта, ну, отношение этого Бога будет соответствующим. Репрессии. Ничего другого, кроме репрессии со стороны Паро в адрес еврим, то есть евреев, не будет. Это естественная реакция. Он не собирается терять рабов, которые строят ему вот эти города, Рамсес, мы с вами говорили, Пифон, то есть города-склады. Да?
У государства там своеобразные пятилетки, у них планы есть, нужно строить города, нужно запасаться. И вот тут какие-то евреи собираются куда-то уйти. Конечно, он вас не отпустит, говорит Господь. Почему сердце ожесточится? Потому что он фараон, он Бог на земле. И тут какие-то рабы к нему, простите, какие-то рабы к нему подойдут и что-то там себе будут требовать. Да, его отношение будет достаточно жестоким. Он вас не отпустит. Он будет упорствовать, он ожесточится. 22 стих, пожалуйста. И тогда ты скажешь ему, Господь говорит, Израиль, это мой сын, мой первенец. Я велел тебе, отпусти моего сына совершить служение. Спасибо. Вмешательство Бога как главы этого народа. Рабов, презираемых, но с Богом. Но с Богом. Чтобы подчеркнуть вот то, что мы с вами говорили, я вам зачитаю апостола Павла. Это не безосновательная трактовка, которую мы с вами используем. Вот апостол Павел в послании к римлянам пишет. «С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом». Ну, это как бы понятно, да? «Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это». Речь идет о натуральных представлениях совести. Да? О натуральных представлениях нравственности, которые есть везде и у всех. «От создания мира невидимые свойства Бога, Его сила, божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание окружающего мира. И значит, людям нет извинения, потому что, хотя они и знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, мы с вами говорили о молитве благодарения, но предались бесполезным, иначе говоря, пустым размышлениям, это уже то, что действует в природе человека, их неразумные сердца, а сердца не всегда пребывают во мраке, да, погрузились во мрак, притязая на мудрость, люди стали глупыми. Помните, рече безумен сердце свое, несть Бог, расслеша и не слышит. То есть говорит безумный внутри себя, что Бога нет, не увидит, не сделает, не вмешается. Как Давид называет этого человека? Безумным. Безумным. И Павел то же самое. Притязая на мудрость, без Бога они стали глупыми. Почему? Заменили славу нетленного Бога и невидимого Бога на образы, похожие на тленных людей. Ну, посмотрите на Зевсов, Афродит там и прочие, да, на эти статуи. Птиц, мы с вами говорили о Египте, египетские, да, вот боги, Ипис там и все прочее. Присмыкающихся четвероногих животных. Да? Каждый обожествлял то, что он у себя там находил. Это что? Это безумие. Это безумие, которое объяло разум человека. Это сила греха, которая помутила силу его разума, естественно. Да? Почему? Бог, человек удалился от Бога и стал поклоняться. Ну, один из древнейших культов Египта, поклонение матери Гипопотамихи. Ну, понятно, что гипопотам это большое животное, ясно. Но представить гипопотама в качестве творца мира, представить это животное, влияющее на твою судьбу, на судьбу твоего народа, и еще от которого благоденствие государства зависит. Ну, как, что, назовите мне это другим словом. Чушь. Да, но ведь это у всех народов и по всей земле. Значит, что происходит? Что происходит с человеком, вне зависимости от того, где он? Еще какое, да? Об этом Павел и пишет. Поэтому Бог, и вот смотрите, поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их сердец. То есть Бог их оставил. Они же ушли от Бога. Бог их оставляет, а произвол низменных желаний, а других желаний в сердце нет. А других желаний в сердце не бывает. И вот он их оставил на произвол низменных желаний сердец,
и они сами оскверняли свои тела нечистотой. Ну, это понятно, безнравственность, она просто так, знаете, есть всегда какие-то, что-то человек ограничен, да, что-то табуировано. Безнравственность просто так родиться не может. Но когда голоса совести нет, и когда вместо нетленного, невидимого Творца человек начинает обожествлять что-то, какие-то предметы, то все, никаких ограничений уже не работает. Помутнение разума, оно, человек во все тяжкие пускается. Это к вопросу о том, что все-таки нравственность и религия взаимосвязаны. Не верьте тому, когда вам говорят, что нравственность может быть автономной, друзья мои. Есть такое понятие, ну Кант, например, Эммануил, вот, автономная нравственность, пожалуйста, императрица. Ну как, вы знаете, весь западный просвещенный цивилизованный мир. Эти люди заменили истину Божию на ложь и поклонялись и служили созданию, а не создателю, который достоин вечной славы. Аминь. Смотрите, что говорит апостол Павел дальше. Итак, Бог оставил им на произвол их постыдных страстей. И в результате женщины заменили естественные сношения на противоестественные друг с другом. Также и мужчины вместо естественных сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу. Мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное наказание за свое извращение. Это 2000 лет назад написано апостолом Павлом. А поскольку, еще раз повторяю, это иллюстрация небольшая того, как взаимосвязаны религиозные взгляды и нравственность. Поэтому, когда мы, засучив рукава, начинаем бороться за высокую нравственность, у нас ничего не получается. Почему? Потому что стрелочка так поворачивается и говорит, а судьи кто? Простите, а вы кто, чтобы судить? Да? То есть мы не можем бороться за чистоту без Бога, потому что в собственном смысле, вернемся к этому имени, сущим чистым является только Бог. Отходя от Него, то есть безнравственность – это следствие потери связи с Богом. Это не причина, это следствие. Причиной является уход от Бога. Вот в чем для верующего сознания очень простая связь между нравственностью и верой. Очень простая. Сейчас давайте я прочту до конца. Культура сейчас можно утверждать, что это уже подошла к концу с отрицанием. Я вот почему преднамеренно как бы так слегка контуры провожу, но все-таки пальцем не показываю. Потому что кто может судить о западной культуре? Да, но сами судьи кто? А поскольку они посчитали. Поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, опять Павел возвращается не к нравственности, а к познанию Бога. Поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов. То есть вначале Павел говорит об испорченных сердцах, теперь он говорит об испорченном уме, потому что извращение оно касается и сердца, и ума. Вся натура человека извращается. И вожделение, и мысли. Да, они же не автономно друг от друга, да, действуют. Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно. Но должно или не должно, это же определяет только Бог. А если без Бога, тогда то, что не должно. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти. Посмотрите, откуда это все. Убийство. Откуда они? Раздоров. Откуда раздоры? От маловерия раздоры. Если в религиозной среде, от маловерия. Если в нерелигиозной, ну понятно. Обмана, коварства, сплетен. Все это рождается вне Бога. Они клеветники. Не потому, что они безнравственны, они клеветники.
Они ненавидят Бога, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло. О, да. Непокорны родителям. Посмотрите, где это вставлено, да? Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Вообще описывается такое животное состояние, да? Отношение Божие им известно, они знают об этом. Все, кто живет такой жизнью, достойны смерти, но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же. Это послание к римлянам в столицу, да, христианам в столице, 1 глава, год 18-23. Но Рим испорченный был весь поэтому. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что ожесточение сердца фараона – это его натуральное состояние. Бог его оставил таким, какой он есть по своей природе. Вот что значит ожесточение сердца. Совершенно верно. Совершенно верно. И что говорит, что должен сказать Моисей в ответ на все это? Израиль – это мой сын, мой первенец. Первенец – это вы понимаете, вот в этой социальной градации, первенец – это тот, который все наследует. То есть в дальнейшем, когда мы будем изучать это книжие, Моисей прямо пропишет, что первородное – ложесна, раз это первый, кто выходит из лона женщины, это самое старшее, это то, что наследует все, что там есть, это фактически продолжение рода через первенца. Да, вот, совершенно верно. И что значит Израиль, мой сын, мой первенец? Бехор. Да? Киамар Адонай. Потому что сказал Бог, да? Бней Бхори, Израиль. Да? Пни. Это сын мой, Бхари, первенец мой, Израиль. Не Египет, не Эллины, не римляне, не великие, а вот этот, которого я вывожу, который раб. Раб. Он мой первенец. Это ты скажешь фараону. Вы представляете, вообще фараон услышит такое? Вы представьте себе, да, вот Богу на земле услышать, наделенного вот этой властью и так далее. И далее, я велел тебе, 23 стих, пожалуйста. Я велел тебе, отпусти моего сына совершить служение мне, а ты не отпустил. За это я убью твоего сына первенца. Да, да. Отпусти моего сына первенца. Совершить служение мне, мы с вами говорили, имеется в виду жертвоприношение совершить, да? То есть уйти за пределы Египта для того, чтобы совершить жертвоприношение. Весь народ. Почему? Потому что весь народ первенец. Мы с вами наблюдаем восстановление связи между Богом и человеком. Вот смотрите, когда мы говорили об Аврааме, мы с вами говорили, почему Авраам вышел, почему остальные не вышли, почему не было призвания к остальным людям. А Бог обращался ко всем, ответил Авраам, поверил только Авраам. Поэтому Авраам назван праведником по вере. Да. Почему он отец всех верующих? Через веру. Потому что он поверил, он ответил на этот призыв. Остальные слышали, но они прекрасно себя чувствовали в своих городах, селах, весях, странах и так далее. А отвечает только Авраам. Вот здесь мы с вами видим, как Бог устанавливает, точнее, восстанавливает связь с людьми. Не благодаря людям, не благодаря желанию человека. Бог является активной, действующей силой. И с какими людьми? С рабами. Я постоянно подчеркиваю, потому что Библия постоянно подчеркивает, что указывает Моисей. У них нет силы, у них нет армии, у них нет золота, у них нет ничего. Нет, они отщепенцы. Они же потом ограбили. Нет, они сами отдали. Вот вопрос в том и заключается. Вот в том и заключается, что у них нет ничего. Они отщепенцы. Да, и рабам никто золото не дает. Вы не снимете с себя украшения
первому встречному не отдадите, понимаете? Такого не произойдет. А вот здесь происходит. Почему? Потому что не люди действуют. Не люди. Это постоянно иллюстрирует Моисей. 24 стих. А вот очень интересный текст. По дороге Моисей движется со своей семьей в Египет. На ночной стоянке является Господь и хочет убить. У нас уже был случай, когда на ночной стоянке явился Господь. Была борьба с кем? С Яковом. Да, совершенно верно. И он повредил что? Повредил бедро, да? Вот. Яков был хром до конца жизни. Здесь то же самое, но тут хочет убить. Причина? Она не ясна. Смотрите, что происходит дальше. То есть вот Бакаш, 25 стих. Тогда Ципора взяла острый камень, кремень, да, обрезала своему сыну крайнюю плоть и сказала, прикоснувшись к его ногам, ты мне жених через кровь. Да, вот здесь, значит, по поводу перевода... И был Моше в пути на ночлеге, и встретил его посланец Господа, дословно, и хотел умертвить его. Исидор Пелусиот объясняет это так. Он говорит о том, что потому, что он не сделал обрезание сыну своему Елизеру. Обрезание – это знак завета. Дети Моисея не являются сынами Завета. Это объяснение Сидора Пелусиота. Промедлил с выполнением этой заповеди и навлек смертную карму. Вопреки Сидору Пелусиоту, Иоанн Златоуст говорит, что это вообще никак не связано с обрезанием. Это вообще не имеет никакого отношения к исполнению закона. Скажите, пожалуйста, а он... Да. Ну да, там разница вот в возрасте Измаила и Исаака. То есть Измаил уже был отроком, а этот был новорожденный. Вот эта традиция так и сохраняется. Тех в детстве, этих в более зрелом возрасте. Дословно 24 стих звучит так. «И взяла Ципора кремень и обрезала крайнюю плоть сына своего и положила ее к ногам Моше и сказала, истина в крови суженый, ты мне кровопролитель. Богу обращается. В крови суженый, то есть Моисей стал умирать, Бог его умерщвляет, Моисей начинает умирать. Она совершает это действие и говорит, в крови суженый, ты мне кровопролитель. Здесь вот, значит, цорвет кремень, кремневый нож, но это... Естественно, то, что есть. И вот это вот слово «хатан», «ты мне», обращается она, «зять, жених, родство по браку». То есть она совершает некое действие, которое быстро проводит инициацию, да? Завет связан с обрезами. Быстренько проводит инициацию. И обращается к посланнику Божьему и говорит, что ты мне близкий теперь. Ну, жених, зять, родство по браку, это не значение, близкий, жених по крови, то есть близкий, ты теперь не тот, который убивает, то есть ты не тот, кто умертвит, уже родство, потому что появилось. Стоит слово «дам», да, жених через кровь, а «дам» в множественном числе означает и кровопролитие, то есть ты мне родственник через кровопролитие, через кровь, да. Она же совершила кровопролитие, да? Вы знаете, нигде в Священном Писании мы не найдем с вами, чтобы женщина совершала религиозные обряды. Боже упаси! В храме, я уже не говорю там, в Иерусалимском храме или еще где-то, да? В Скинии или еще где-то. Нигде мы с вами ни в одной строчке не обнаружим, что... Религиозные действия, культы отправляла женщина, так называемое там женское жречество, предположим, или женское, как говорят, священство. Ничего подобного нет.
Но! Ну, это что отражает? Это отражает наши естественные представления. Глава рода, патриархат же везде, где мы наблюдаем. Глава рода – это мужчина, соответственно, религиозные культы все отправляет. Жрец, князь, правитель и все прочее, это всегда мужчина. Но в истории израильского народа, когда возникали критические, необычные, необыденные, но выходящие за рамки, например, нашествие на племенников. Кто поднимает Юдифь? Женщина. Когда они попадают в плен, и в Персии хочет умертвить Аман, военачальник, да? Эстер, царица, вступается и меняет судьбу израильского народа. Эстер. Вот праздник Пурим после этого начинает праздновать. Когда в Новом Завете, давайте вспомним, когда Христа берут и арестовывают, куда деваются его ученики? Бросают все. Там даже одного схватили за одежду, он прям одежду оставил и убежал. То есть все разбегаются. Поэтому древнее пророчество «Поражу пастырей, рассеются овцы». Да, там используется. А кто стоит у креста? А кто идет помазать мертвое тело? Опять женщины. Женщины. То есть Господь показывает, что значит нет мужеского пола и нет женского. Да, во Христе, Господь говорит, нет эллина и иудея, то есть упраздняется вот это национальное разделение, нет богатого и бедного, это раба и свободного, и нет мужчины и женщины. То есть вот это разделение на то, что там твое место, дескать, вот здесь, это все социальные роли. А мы же говорим о ком? О том, кто не играет. Мы говорим-то о настоящем. И таким образом образ настоящего, то есть образ Божий в человеке, сущего образ в человеке, он не выполняет социальную роль. Роль он может выполнять любую. Абсолютно любую. Поэтому женщины, это не только там Жанна д'Арк во Франции. Да? Вот Эстер и Юдиф, это за тысячелетия тут всяких этих женщин. Они спасают свой народ. Жены мироносицы называются в церкви апостолами для апостолов. Почему? А кто первым сообщает о воскресении Христа? Первое, Христос воскресе, кто произносит? Мария Магдалина, женщины, там Соломия и прочие. Да? Женщины, а где апостолы? Апостолы и услышали, и усомнились. И постоянно Евангелие нам об этом говорит. Услышали и не поверили. Вот только когда Петр с Иоанном пришли в саму могилу, увидели эти пелены, да, вот тогда они начали о чем-то, вот. А женщины приходят и говорят, Христос воскрес. Значит, первыми апостолами были те, кто стоял у креста, кто провожал в мир иной, тот и оказался достойным услышать первым о выходе оттуда, из смерти, из Шеола. Инициация, вот это обрезание, она, ну, мы говорим о ветхозаветном обрезании. У нас новозаветное обрезание – это что? Крещение. То есть, если тогда при помощи обрезания какой-то член вступал в сообщество Израиля, это мог быть и иноплеменник. Это не обязательно иудей по крови. Да? Это тот, кто хотел принять иудаизм, вступить в сообщество Израиля. Того, кого Господь называет «мой народ», да? Вот чтобы вступить в эту ветхозаветную церковь или ветхозаветное собрание, необходимо было пройти обрезание. Сейчас, чтобы вступить в церковь, необходимо пройти таинство крещения. Ну, мы так говорим, да? Вот. А кто совершает таинство крещения? Священник. Правильно, священник, епископ, да. Скажите, а в исключительных случаях кто может совершить таинство крещения? Совершенно верно. Вот мы, например, мы говорим о роддоме, да? Если мать видит, что есть какая-то угроза сына, она может совершить над ребенком таинство крещения. Кроме того, что это может сделать отец, врач, там, кто бы ни был, да? Если он христианин, речь об этом идет. Женщина может, мать может совершить таинство крещения над своим ребенком. Для этого не нужно ждать, когда приедет или не приедет священнослужитель. То есть...
друзья мои, то же самое. В исключительных случаях. То же самое. В исключительных случаях Господь являет себя и показывает, что вот это все остальное. Да, 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 о чем это говорит? Где хочет Бог упраздняется естества чина, не то, что наши социальные роли, которые мы тут с вами играем, по сути дела. Да? Ну, когда вы исключите. А кто выделяет исключительность? Ну вот мы говорим, вот смотрите, жизненная ситуация определяет. Вот когда жизненные барьеры на пути к спасению, например, смерть. Вот смотрите, вот Эстер от чего спасала? Весь народ должен быть уничтожен за один день. Да? Юдифи Алаферну голову отрубает, то же самое, пробирается в его шатер. От чего она спасает? Война идет, порабощает ее страну. А что, женщины не воюют? Не в этой же аудитории мы должны сейчас неожиданно как бы открывать глаза и о чем-то там. Что, это не перед глазами, что ли? Вот все то же самое. То есть для нас тут ничего нового, ничего нового нет. Почему об этом идет речь? Вот смотрите, что говорит апостол Павел. Кто такой жених? Она говорит, ты мне жених крови. То есть мы с тобой теперь едины, похоже. А кто такой жених? Кто в Священном Писании женихом называется? Ну, конечно, конечно, безусловно. Жених – это Иисус Христос. Смотрите, всегда, когда речь идет о явлениях, мы смотрели о малых, да, посланниках, малях, посланник Божий, всегда речь идет о Христе. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Не из страха перед людьми. В церкви нет такого. Не из страха перед саном, перед какими-то полномочиями. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям как? Как владыка? Он глава? Нет, как Господу. Господу Иисусу Христу. Ведь муж глава своей жене как? Потому что он глава семьи. Нет. Как Христос глава и спаситель церкви своего тела. А Христос что сделал ради церкви? Он умер. Он претерпел страдания и смерть ради церкви. Вот, то есть, как еще объяснить апостолу, да, настоящесть? Вот отношения, которые не на ролях, да, складываются, а вот по-настоящему, как сказать, экзистенциальные, да, отношения. То есть, глубокие, сугубые, внутренние, пронизывающие все. Как это еще объяснить? Вот он и объясняет, а как? Как Христос – глава и спаситель церкви, своего тела. Как церковь подчиняется Христу, а она же не по принуждению подчиняется Христу. А так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. Вот так. Не безусловно, без... И там дальше идут все эти предикаты выдуманные, да? Но я сейчас не становлюсь, как вы понимаете, ни на ту, ни на другую сторону, пытаюсь, потому что, как, ну, вы же понимаете, мы все социально обусловленные, да? Воспитанием и так далее. Но вот христианство учит этому. Вы, мужья, любите ваших жен, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением. Водное омовение – это есть баптизм, крещение. Водным омовением через слово. А слово – это то, что мы с вами изучаем, слово Божье. Чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна. Церковь, она святая, не имеющую порока или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Вот какого рода отношения, вот к чему призывает апостол. И здесь она говорит, жених крови, то есть тот близкий, который уже не будет убивать. Это союз. А в Ветхом Завете он всегда через кровь. Пока не проявилась кровь Господа, это всегда через кровь. Двадцать седьмой стих, пожалуйста. Господь велел Аарону, иди в пустыню навстречу Моисею. Аарон пустился в путь и у горы Божьей встретился с Моисеем.
Они расцеловались. Да. А вот смотрите, когда Господь призывает Моисея, он говорит: «Аарон, брат твой, видит тебя и обрадуется». Моисей не знает, есть у него этот брат, нет у него этого брата, жив этот брат. Он ему, Моисею, 80 лет. Сколько лет должен быть брату? А брату 83. Это старший брат Моисея. Господь является братом Аарону. То есть это о чем говорит? И Аарон призывается на служение. Он тоже, он же будет устами. Да? А Аарон призывается на пророческое служение. Господь ему является и говорит: иди в пустыню навстречу. Что значит выбежать навстречу? Это и есть проявление радости. Когда мы не рады кому-то, мы сидим и не найдешь, где мы находимся. Да? Когда мы рады, мы выскакиваем. Правда же? Иди в пустыню навстречу. Аарон пустился в путь. То есть стремительно направился. Вы представляете, божественное откровение говорит, что его брат, который куда-то убежал, это понятно, из-за убийства, да, он жив и он возвращается. 83-летнему человеку услышать такое откровение, это, ну, это, согласитесь, это необычно, да. Они расцеловались. Ну, это понятно, это их эмоции, да. Следующий 28 стих. Да, они собрали Закель, мы с вами уже говорили. Коль Зикней, Бней, Исраэль. Всех, как это, старцев, старейшин, руководителей родов этого народа. То есть старых, пожилых, старейшин, стариков, ну, вы понимаете, в патриархальном обществе власть принадлежит именно им. Далее. Аарон передал им все, что Господь сказал Моисею, и совершил чудеса на глазах своего народа. Все, что Моисею, то есть Аарон уже вступил в эту должность, да, в эту область, быть устами Моисея. Мы с вами говорили, Моисей о чем говорит? У него тяжелый язык, то есть он косноязычен, у него дефект речи, он не может ораторствовать и произносить какие-то... Вот о чем идет речь. Еще раз повторяю, посмотрите, что иллюстрирует. Причем сам Моисей себе это пишет. Мы-то книгу «Исход» с вами сейчас разбираем, да? Вот посмотрите, кого выбирает косноязычного с дефектом речи. Для чего? Чтобы быть вождем, говорить с Богом на земле, еще вывести народ. И еще закону научить. Вспомните еще раз апостола Павла: в немощи человеческой сила Божия совершается. В немощи человеческой, не наоборот. Но Моисей противился, он говорил ему: иди. Он отказался, противился. Ну да, Марк, да, каждый раз, когда Господь через совесть, сердце наше что-то нам говорит, как мы против этого выступаем, да, 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 потом на исповеди об этом говорим. Далее, пожалуйста, 31 стих. И люди поверили. Да, они услышали, а вера от чего? От слышания. Они услышали, что сам Господь, как он говорит, вспомнил о народе своем. Услышал вопль, стенание, то есть увидел страдания. А если Господь увидел страдания, значит начинаются какие-то изменения. Потому что когда человек или народ, или страна страдают и ничего не происходит, что говорят? Бог забыл, да? Бог не слышит, Он нас оставил и так далее, и так далее. Если, ну это такой антропоморфизм. Если Господь услышал, значит начнутся какие-то быстрые изменения, вмешательство свыше. Далее. Услышав, что Господь вспомнил о снах вот Израиля, да, и увидел их страдания, они пали ниц. Вот. А вы представьте, какое у них состояние было, если когда они услышали. Ведь еще ничего не произошло. Еще ничего не произошло, еще никакого освобождения нет, еще никто никуда не вышел, но когда народ просто услышал, что Бог увидел их страдания, они пали ниц. То есть мера страдания народа
Запомнил. Да. Не помню. И пятую главу мы с вами потихонечку начнем. Давайте. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: Господь, Бог Израиля, говорит, отпусти мой народ в пустыню справить мой праздник. Да. Значит, Эортасоси, это перевод 70, отпраздновать праздник, справить торжество. Да? Хагаг – это праздновать, то же самое шататься или кружиться, это о пятом человеке так говорят, да? Ну, почему? Потому что всякий религиозный праздник – это праздник, на самом деле, как мы это и совершаем. То есть, о чем они говорят? Господь – Бог Израиля, здесь имя Божье, тот, кто есть, сущий, говорит, Он – Бог Израиля, Господь – Бог Израиля. То есть он же Адонай, он же Элохим. Не всегда, не во всех культах и религиях сегодняшний Господь, он же и есть Бог. Это не всегда и не везде. Например, в языческих религиях тот, кто творит мир, он не управляет миром. Например, Зевс не творец мира. Да? Вначале был хаос, потом Хронос, каждый последующий скоплял, да, согласно этой мифологии предыдущего, и потом Зевс. Точно так же во всех остальных религиях языческих. В языческом культе творец мира не является тем, кто сейчас влияет на эту судьбу. Сейчас обычно влияет некий узурпатор. А тот, кто сотворил, он куда-то там задвинут, и его нет, и так далее. Это во всех языческих религиях. То есть к какому бы вы язычеству ни обратились, в любом язычестве Господь не есть Бог. То есть тот, кто сегодня управляет, это не тот, который сотворил. Наместник себе. Да. Это отображение тех взглядов, что, ну, как и в человеческой жизни. Не тот, кто создает, потом управляет. То он такое приходит, да? То есть вот здесь как бы вот проецируются, да, вот социальные отношения человеческие, и они проецируются на небеса. А Библия, она постоянно говорит: Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог. О чем это говорит? Это не просто монотеизм. Это еще и апология перед языческим миром, а весь мир языческий вокруг того, что происходит в Священном Писании, да? Тот, кто сотворил, тот и реально печется о мире. Поэтому Господь Бог. Тот, кто Элохим, он же Адонай, он же Эль-Шадай, он же Цебаот, он же Шамай, он же Шалом. То есть имен может быть много. Монотеизм – это апология того, что кто творит, тот и влияет, тот и заботится. Это не разные божества, это не разные существа. Это один и тот же. И теперь мы с вами постоянно будем видеть Господь Бог, то есть Иисущий и Элохим. И что он говорит? Отпусти народ справить вот Хагага, Эортасуси, отпраздновать, отпусти в пустыню. Это говорит Господь Бог кого? Какого народа? Израиля. Вот теперь представьте себе фараон. Он же сидел не на земле, правда же? Не в поле они его встретили, как Одиссея, да? Но они пришли во дворец. Они были приняты, и вот приходят какие-то два раба к Богу на земле и говорят: Господь Бог нашего какого народа? Рабов. Что у этих рабов там происходит? У них один Бог, фараон. Какие там боги могут быть, да? Господь Бог нам говорит, что ты должен нас отпустить, чтобы мы праздник. Представляете, рабы приходят, говорят, у нас праздник. Мы должны выйти, нам Бог сказал, наш. Ну, то есть, а тут еще фараон тот, который уже разума лишен, потому что отдан полностью своим религиозным, политическим, может быть, он еще и поел что-то не то, ну, мало ли, да? То есть, натуре отдан, природе своей. Оставлен.
Вот этот фараон или этот руководитель слышит такие вещи. Следующий, пожалуйста, фараон ответил: кто такой этот Господь, чтобы я его слушался и отпускал сынов Израиля? Я этого Господа не знаю, и сынов Израиля не отпущу. Ну вот, вы видите, что да, почему Господь говорит, я оставлю его с тем, что у него есть. Смотрите, какие слова он произносит у нас. Вайомер паро ми Адонай, и сказал фараон, кто такой этот сущий, этот есть, который есть, да? Это что за имя? Там около полутора тысяч, более тысячи различных божеств в этой цивилизации. Храмы всем, кому только возможно поставить, поставлены. Потому что, как вы понимаете, Египет был открыт влиянию всех религиозных там исповедей, да, они просто переделывались. И животным, и крокодилам, и нилу, и птицам, и кошкам, и кому угодно стоят храмы. Такого Бога фараон не знает. Кто такой этот Адонай? Ашер Эшма, Коле, который вот говорит, что Лешалах, это Исраэль, что должен отпустить. То есть, ми Адонай, кто такой Господь? Как? Да. Это что такое вообще? Да? Это вообще, ладно, абсурдно то, что я слышу от своих рабов. Они еще какие-то чушь какую-то несут. Абсурд какой-то несут. Ну, фараон возмущен. Фараон возмущен. О каком фараоне идет речь, мы с вами, к сожалению, точно определить не сможем. Ранее предполагалось, и многие экзегеты Священного Писания тоже об этом говорили, и почему-то, к сожалению, по инерции и сейчас об этом говорят, что это был фараон Мернептах. Почему предполагалось? Потому что это фараон 19-й династии, мумии которой не было обнаружено. Ну а мы знаем, что фараоны войска его, вы вот слушаете это за каждым богослужением, да, вечернее, фараоны войска его погибло в пустыне, погибло вот в Черном Красном море, то предполагалось, что вот этот Мернептах, Птах — это имя Бога. Как? Да, да, фараон и воинство ее, вы же слышите, да. И предполагал, что это именно вот этот фараон. Его мумия, вот этот фараон, Мернептах, вот его изображение, его мумии не было обнаружено, и как бы в 19 веке, в 18 веке археологи, историки, они когда занимались раскопками вот на этой территории, Египет, Ближний Восток, они, у них уже была Библия, и они религиозно, да, обусловленно подгоняли найденные находки по то, что они уже читали. То есть примат был не науки над, а чаще всего религии над наукой. Вот. Сейчас совершенно обратный процесс происходит, потому что мумия фараона была найдена, вот она, очень хорошо сохранившаяся. Он дожил до старости, ну, по тем временам глубокой. У него там и атеросклероз, и артроз врачи обнаружили, то есть старенький уже фараон умер. То есть Мернептах, вот теперь, да, вот теперь о чем речь идет. Это достаточно... Не похож там. Профиль почему? Не похож, я таких абхазцев не знаю. Это 1212-1202 года до Рождества Христова. Очень сложно провести вот эту хронологию, когда Моше, да, вот это все это происходит, и при каком фараоне это происходит, но в любом случае этого фараона мумия была обнаружена. Пришла, что он погиб. Другое предположение, что это было при Яхмосе I. Это 1500-е годы. И его мумия обнаружена, но я уже не стал всех эти страшные мумии здесь собирать, да. А затем Тутмоса III подозревали тоже в этом. И его мумия, в конце концов, обнаружена. А Рамсес II, и у него прекрасная мумия, да. Мернептах, вот он,
позже всех было обнаружено. Наконец сошлись на синтахте, поврежденное, но тоже обнаружено было. То есть здесь речь идет о каком-то другом фараоне. Возможно, Хамос, возможно, это не 19-я династия. Это очень сложно нам определить. То есть вот подгонять под религиозные представления все-таки не стоит, да? Натягивать науку на, вот, на то, что говорит Священное Писание, все-таки не стоит. Да, давайте третий стих, пожалуйста. «Нам явился Бог евреев, сказали Моисей и Аарон. Разреши нам уйти в пустыню на 3 дня пути и принести жертву Господу, нашему Богу, а не то Он погубит нас чумой или мечом». Да. «А нам явился Бог Иврим, то есть евреев, говорят они, пойдем мы на 3 дня в пустыню». На 3 дня в пустыню. Что это? Это достаточно далеко. Да? И при, ну, 3 дня пути, это достаточно тоже частое явление в Священном Писании. Например, когда Иаков и Лаван разделяют свои стада, помните, там конфликты начали происходить, дети Лавана, вот чтобы отделить стада и уже никак не соприкасаться друг с другом, Иаков уходит на 3 дня пути в этом регионе от Лавана, и все, стада уже не соприкасаются, и он спокойно как бы пасет их, и весь приплод остается за ним. Вот 3 дня пути – это достаточно большое расстояние. Вот. «Чтобы мы принесли жертву тому истинному, сущему Господу, да, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас мечом или мором». 4 стих. «Но царь сказал им, Моисей и Аарон, зачем вы отвлекаете свой народ от работы? Идите работать». Да. «И сказал им царь Мицраима, зачем вы, Моше и Аарон, отрываете народ от его дел?» У каждого человека в государстве есть свое дело. Вот. «Идите к своим трудам». То есть идите, у вас, вам есть чем заниматься. Это не выдумка фараона. И рабовладельческий строй это тоже не египтяне, как вы понимаете, придумали. Когда Адам совершил свой проступок, нарушил волю Божию, прошел против Бога, Господь сказал, что ты будешь трудиться. Да. Безеат афейха. В поте лица. И это теперь в природе, мы говорим о натуре человека. Это теперь в природе. Ты-то будешь трудиться, будет ли толк? Земля будет произрасти тебе что? Пшеницу, сады, поля. Колючки, тернии, то есть ты будешь прилагать, иначе говоря, усилия достаточно неимоверные, да, а в ответ будешь получать, КПД будет очень небольшим. Очень небольшим в ответ. Почему? Это следствие, мы же говорим о том, что все изменения – это следствие того, что человек уходит от Бога. Это следствие, это не причина, это следствие. Если Бог Иисущий, Бог творит этот Эдем, то когда человек выступает против Бога, Эдем для него теперь враждебен. Если Бог творит мир, и все мы говорим с вами, то в меод, то уходя от Бога, человек уходит и от природы. То есть проблема экологии, она не социальный носит характер. Это не потому, что человек везде гадит, да, условно говоря. Но гадит он потому, что он теперь безумен. Ну, вы видите, да, по всему миру, то есть все проблемы земного шара пытаются решить на встречах там руководства, создавая какие-то программы, еще что-то, не касаются самого человека, касаются уже той проблемы, которую он создал. Но чтобы решать проблему, нужно как бы коснуться самого человека, правда же? То есть экология, да, учение о доме, икон – это дом. Экология – это учение о доме. Человек уничтожает свой дом. Вот что происходит.
А в каких случаях человек уничтожает свой долг? Ну, он безумен. Так проблема в безумии человека, а не в том, что он там, да, напортачил. Вот, вот на что нужно обращать внимание. А мы пытаемся исправлять последствия. Да, мы все время, причина от нас, она ускользает постоянно. Мы социальные роли играем, друзья мои. Мы вот в правилах этой игры, это не обращаться к тому, что есть на самом деле. Господь с вами, худшего проклятия вы не можете, человеку дать. Я вам с вами согласна, не надо поставить. Вот послушайте о тех, которые уже. Да. Что говорит фараон? Идите и точно так же в поте лица займитесь им. У вас есть социальная роль, вы рабы. Вы что тут мне разводите, да? Идите и выполняйте те задачи, которые государство перед вами поставило в лице фараона. 5 стих, пожалуйста. Их так много, сказал царь Моисею и Аарону. И вы хотите, чтобы они бросили работу? Да. Вот интересно, сказал фараон. Вот велик числом теперь народ этот. То есть сколько их туда переселялось? 60 человек. Вот, смотрите. Их всего несколько десятков с Иаковом переселилось, да, вот эти 12 сыновей, да, вот о которых мы говорили, некоторые уже были в Египте. А тут фараон, наверняка переписи уже были, и о численности населения, конечно, египтяне знали, они все просчитывали. Это достаточно развитая цивилизация. И он говорит, велик числом теперь этот народ. То есть сейчас он очень большой. Если около 600 тысяч вышло, вместе с другими, правда, народами, да, там не только евреи вышли из плена, то сегодня ученые говорят о общем количестве населения египетского 3-3,5-4 миллиона. Но, конечно, фараон обеспокоен, да, почему он их убивать хотел. Почему он вот этим бабкам по петухам говорил об убийстве? Ну, знаете, 3 миллиона 600 тысяч, это сколько это в процентном отношении? Если они соединятся с нашими врагами, правильно фараон как бы рассуждал, да, они могут весьма и весьма изменить эту ситуацию в Египте. То есть с точки зрения государства, это угроза. Но теперь его что беспокоит? Евреи строят города-хранилища. Мы помним, да, об этом говорил Моисей. Рамсес, Пифон, мы с вами говорили. Вот они строят эти города-хранилища, их много, а вы отстранили их от трудов. Кто будет строить? Что, египтяне строили пирамиды? Египтяне строили города? Как это, рабская сила, она рабовладельчески строила, что предполагает? Дешевую рабочую силу, да, большое количество рабов. А как это, их так много? А вы отстранили их от трудов. Как это? Вы что? Вы наносите ущерб государству? По всем показателям. Соответственно, что нужно сделать? 6 стих. В тот же день фараон велел надсмотрщикам и старцам. Впредь не давайте этому народу соломы для кирпичей, как раньше давали. Пусть сами идут и собирают солому. Да, вот он что говорил? Повелел фараон, это вот они работают, это клинопись, ну, вы можете посмотреть, такого достаточно много. Повелел в тот день фараон порог приставникам и надзирателям. Вот приставники – это египтяне, те, которые приставили. А надзиратели – это сами евреи. То есть надзирали над вот этим количеством выполненного сами евреи. Египтяне, они имели дело с небольшим, ну это, то есть градация вам понятна, да, это обычная иерархия такая, да, вот там, я не знаю,
Прораб – это, предположим, египтянин, а бригадир – это, естественно, уже еврей. Там бригадир не будет работать вместе со всеми. То есть египтянин не будет работать бригадиром. Он прораб, он начальник, глава стройки и так далее, он архитектор и так далее. Вот здесь то же самое. Приставникам и распорядителям. Каждому приставнику подчинялось несколько распорядителей, то есть каждому большое количество этих старейшин, да, как они здесь названы, старосты. Да. И вот что придумывает фараон. Но раз возникает такая проблема, что вот эти 600 тысяч не знают, чем заняться, ну, соответственно, нужно условия, мы с вами говорили, помните, вы задали вопрос, а плохо ли им жилось? Вот теперь условия труда меняются еще больше всего. Мало того, что у них был вопль, они были рабами, вот теперь как человек, производительность труда чего зависит? Рационального, да, использования? Вот смотрите, что происходит. Если кирпичи делаются из соломы, да, вот глина месяца, рубленная солома, потом это либо обжигается, либо сушится на солнце, то теперь соломы им не давайте. Поставками соломы все, больше египтяне занимаются. Раз у них столько свободного времени, что они там что-то хотят праздновать, пусть идут сами и добывают себе еще и солому. Это, с одной стороны, облегчит деятельность египтян, а с другой стороны, ухудшит состояние евреев. Да. Государство, как вы видите, оно заботится о чем? О себе. О себе. Да. Рабский труд был еще в большей степени ужесточен. Пожалуйста, 8 стих. Но кирпичи с ней спрашивают четко, сколько им режут. Убавлять не надо. А то они обленились и стали говорить. Пойдем, принесем жертву нашему Богу. Да, видите? Не, ну как, друзья мои, ну государство же определяет, когда у нас праздники. Правда? Ну что, это же не новость. Когда празднуют 7 ноября, мы все прекрасно знали, но не мы определяли. Это определяло государство. В свое время там Политбюро, сейчас это Кабмином утверждается, да, и так далее, парламентом. В любом случае. Государство, оно живет понятиями утилитарными, все, что необходимо, оно с ресурсами имеет дело, не с духовностью, с ресурсами. Нужно добывать ресурсы, нужно распределять, копить, как развитие государства, да, происходит. Соответственно, вот этот порядок рабочих дней, выходных дней и прочего регламентируется, исходя из трудовой деятельности. Исходя из видов каких? Финансовых, экономических, нерелигиозных. Не все религиозные праздники являются праздниками государственными в любой стране. Здесь речь не идет вообще ни о конфессиях, ни о частях света. Речь идет о том, что вот календарь годовой нужно так разбить циклами, чтобы там были и праздничные дни, и на производительность труда это никак так отрицательно особо не влияло. Поэтому мы, естественно, и были праздники и в Египте, конечно. Само собой, всем этим божествам, там 1500 божеств, конечно, были. Ужесточить труд, это первое государственное, да, это декрет. И второй, они обленились и стали говорить, пойдем принесем жертву нашему Богу. А что это за религиозный пыл? Чем он обусловлен? Свободным временем. Ну как еще правитель, да, рассуждает? У народа, оказывается, у рабов есть много свободного времени. Соответственно, время нужно сократить, это свободно. Условия труда ужесточить. Что это за пойдем и принесем жертву нашему Богу? И Богу непонятно какому, что значит нашему. Есть боги Египта, есть разрешенные культы, а это что-то неразрешенное. Это что-то непонятное у рабов. И они действительно ленивые, они действительно лентяи. Вот здесь вы можете увидеть, как в наше время делаются эти кирпичи. Вот они точно так же, глина месяца, та же самая солома. Ну, саманные дома, да, вот саман, то, что делается, вот это и есть. Дома очень экологически считаются чистыми. Сейчас это к ним опять обратились, вновь ко всем этим домам. То есть Рафа это что? Быть ленивым, праздным, расслабляться. Народ стал вот этим вот самым. Он расслабился.
Эти рабы успокоились, они оставили свою деятельность, они прекратили работать. Они ослабли, да? Они проявляют слабость, они стали ленивыми, нерадивыми и праздными. Вот какими они стали. Следующий, пожалуйста, стих. Станет работа потяжелее, будут работать, а не слушать праздные речи. Да, вот работа, говорят же, работа, она выбивает всякую дурь из головы. Да, вот конечно, конечно. Они, значит, обмануты. Веаль Ишу, Бдеврей, вот Шакер. Шекер – ложь, обман и притворство. Они слушают вот эти бдевреи, давар мы говорили, слова лживые, обманные и притворяются. Они не то слушают. По всем показателям они не тем занимаются. Десятый. Выйдя от фараона, насмотрщики и старосты сказали евреям. Фараон говорит, впредь не буду давать вам солому. Да, старосты передали, то есть евреи передали евреям, что сказал вот этот вот, да, дальше. Сами собирайте солому, где хотите, а кирпичи делайте, сколько раньше делали. Да, вот оно ужесточение труда, то есть теперь вы должны еще и находить необходимые ингредиенты для того, чтобы сделать кирпичи, и количество то же самое сдавать, то есть норматив от нормы не уходить ни влево, ни вправо. Далее. Евреи ходить по всему Египту и рвать на полях жнитьё вместо соломы. Да, а где находить-то? Раньше это государственная поставка была, а где находить? Теперь арабы залезут они на чужой участок сорвать что-то. Понимаете, да? То есть условия, он их поставил в такие условия, при которых им не выжить. Далее. А насмотрщики подгоняли. Делайте каждый день столько же кирпичей, да. Сколько... Да, а это египтяне уже. Не норматив требует, да? Далее. Прежде, когда у вас была солома, да. Фараоны надсмотрщики поставили над сынами Израилем старость. Да. А теперь... Но это уже объяснение, это как бы объяснение того, что мы уже знаем. Далее. А теперь этих старост стали бить и спрашивать с них, почему не выполняете положенную работу? Ну, конечно, бьют бригадиров, да? Старост бьют, они отвечают за народ. Чтоб делали столько же кирпичей, сколько прежде. Да. Старосты сынов Израиля пошли к фараону жаловаться. За что ты так поступаешь с нами, рабами твоими? Нам, рабам твоим, солома не дают, а кирпичей велят делать. Ну, первое действие, когда вот такое происходит в этих производственных, да, делах, то что? Это добиться социальной справедливости. Конечно, к источнику нужно апеллировать, то есть к руководству, куда еще апеллировать, да? Сразу же пошли к фараону и говорят, что условия изменились, и они невыполнимы. О чем говорят евреи? Нельзя этого выполнить. Далее. Нас, рабов твоих, избивают. Да. Грех твоим людям так поступать. Да вы просто обленились, ответил фараон. Да, а фараон на что говорит? У вас же там какие-то праздники были, вы же это у меня просили. Ну вот посмотрите, всякий лидер, он же берет на себя ответственность. Почему Моисей так не хотел? Помните, как он не хотел становиться, идти и говорить? Он же знал, к чему это все приведет. Он и в области экономики и финансов тоже был достаточно сведущим. Он воспитывался во дворце, да, вместе со всеми детьми фараона. Он прекрасно знал, как управляется и как живет эта египетская цивилизация. И он был против того, чтобы становиться. Первый удар, ну как вот, у вас есть лидеры смутьяны, да? Вы же говорите, что вам нужно то или иное. То есть под удар всегда зачинщики, да, попадают зачинщики. Неважно, благие у них намерения, неблагие, они первые попадают под удар. Единственная разница, это с кем Бог. То есть в данном случае-то это были пророки. Далее. Обленились и стали говорить, пойдем принесем жертву Господу. Вступайте работать, солому вы больше получите. Есть государственно разрешенные праздники, государственно разрешенные, предписанные, предначертанные выходные дни, предписанные, предначертанная религия. Вот в рамках этой религии действуйте. Нечего там придумывать себе богов и праздники. Далее. Соломы вы больше не получите, а кирпичей делаете, сколько положено. Все, они поняли, что замкнулись оковы и кандалы на их шее, руках и ногах. Далее. Что нужно делать столько же кирпичей, сколько и прежде, и
поняли, что дела их плохи. Выйдя от фараона, они подошли к Моисею и Аарону, стоявшими в ожидании, и сказали: «Пусть Господь увидит, что вы наделали, и будет вам судьей, ведь это из-за вас фараон и его вельможи нас возненавидели. Вы даете им повод убить нас». Да, конечно. То есть задумка фараона, она, он же правитель мудрый, он же не просто так руководит страной, она достигает своей цели. А народ обернулся против своих лидеров, которые пообещали ему свободу. С точки зрения государства и эксплуататоров, это совершенно верный ход, совершенно оправданный шаг. То есть там все достаточно продумано. И не будь здесь вмешательства свыше, конечно, просто этих лидеров они сами должны тихонечко... Ну, это в истории часто повторяется, в истории всех стран, всех народов. Далее. «Владыка, возвал Моисей Господу, зачем ты мучишь этот народ? Зачем ты послал меня сюда?» Да, вот он, Ваешав Моше эль Адунай, и что он не просто, когда Господь их послал, Моисей и Аарон пришли к фараону, а здесь шел, повернулся Моисей к Богу. Посмотрите, что. Развернулся, возвратился, вот этот глагол, когда с человеком или у человека происходят, возникают какие-то трудности, он поворачивается не к фараонам, не кому-то, он поворачивается к своей единственной и в данном случае последней надеждой. Кто является последней надеждой? Да, вот как часто говорят, да, в падающем самолете атеистов не бывает. Вот когда все против тебя, и тем более они-то знали, чем это закончится, Моисей прекрасно понимал, чем закончится, он повернулся к Богу, вот интересно, глагол стоит, повернулся к Богу и сказал, то есть возвал Господу, зачем ты мучаешь этот народ? Он ведь, они ведь и так рабы, тут ты как бы их подстрекаешь, ну и получается, что ты виновен, да? Зачем ты послал меня сюда? Я ведь пришел как вот Малех, а Малык как посланник к народу, а стало только хуже. Ты не спас свой народ. Человек чаще всего выводы делает, исходя из того, что видит. У него нет вот полноты картины. Да? И самое главное, это что? Это опять проявление чего? Маловерия. Это все проявление маловерия. Вы думаете, так легко быть пророком? Вы думаете, так легко быть святым человеком? Верить? Вот поскольку на этом у нас закончилась, да, глава, и закончилось время, вышло все. Вопросы, если они есть. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Апостола Павла, да. Вот он описал полностью, когда человек уходит от Бога. Да, ему нравственная деградация, да, следует, да. Это он читал, наверное, в каком-то вот... Это написал письмо жителям столицы Римской империи, да. Тем, которые знали, о чем идет речь. Да. Ну вот он же не просто так читал, вот он... Нет, не только констатация факта же была, что пошло не превратилось. Конечно. Какая помощь со стороны апостола Павла была предложена этим людям, которые вот уже... дошли до такой степени. Апостол Павел, если вы откроете послание к римлянам, да, это письмо, то апостол Павел в данном случае, то, что я вам читал, это всего лишь иллюстрация. Это всего лишь иллюстрация. Помощь, которую предлагает, это та церковь, которую он основал. И это его слова о том, что делает вера. Он же говорит, деградация из-за веры произошла. Соответственно, он говорит об обратном процессе. Что делает вера? Апостол Павел у нас кем назван? Апостолом язычников. Да? Потому что все остальные апостолы проповедовали своим, да, иудеям, а Павел пошел к язычникам. Соответственно, что он приносит язычникам? Он приносит им не обрезание и не предписание Моисея.
Он приносит им веру в Иисуса Христа, которая возвращает связь с Богом. Вот вообще все послания Павла посвящены вере в Иисуса Христа, который возвращает связь с Богом, и вот той благодати, которую получают язычники, не через закон, не через Иерусалимский храм, не через исполнение всех этих календарных, жертвоприношений и все прочее, прочее, только через веру. Вера очищает, вера освящает, но вера в Иисуса Христа, который уже пострадал, который уже взял на себя грехи, который уже осветил в самом себе человеческую природу. То есть человеку не надо на крест, да, подниматься, ему нужна вера в это. Скажите, Павел, сколько обратилось после этого, вот, после его... После деятельности Павла? Да. Знаете, у Павла проповедь была на достаточно большой, огромной территории, это фактически от Палестины до столицы, некоторые говорят даже в Испании, ну то есть вся Римская империя, в Деяниях, в книге Деяния описаны путешествия апостола Павла, и там вы можете посмотреть, что вот эти все острова, начиная от Малой Азии, там и Сардиния, и Крит, везде были основаны церкви. То есть вы понимаете, тем более в ту эпоху и в нашу, ну как сказать, ни благодать, ни спасение лопатами не гребут. Не бывает, я не верю в обращение народов и государств. Я верю в то, что есть обращение души и человеческого сердца. Я не знаю, чтобы вот, знаете, все государство обратилось и стало святым и правильным. Да так не бывает. И, конечно, и в этот период не было. Если мы с вами откроем книгу Дидахе, учение 12 апостолов, она была написана после апостолов, после апостольских период, то там минимальное количество людей для рукоположения епископа определяется в 12 человек. То есть в целом, в среднем, вот где-то 12 человек достаточно для того, чтобы уже была община, церковь и епископ. Вот приблизительно такого количества общины были апостолами созданы, ну, Иоанном Богословом в Малой Азии, апостолом Павлом далее. А уж как они разрослись, это вы можете дальше наблюдать, да, вот это и Рим, это и Восток. Ну. Я к тому говорю, что вот связь времен. Сейчас у нас идет ослабление, вот западной культуры, ослабление вот связи теряется. И в нашем обществе, часто и нашу Абхазию берут. Что у нас происходит, ну, мне кажется, что если речь идет о Абхазии... Мне кажется, что сейчас в Абхазии переживает, если уж хронологию эту накладывать, да, туда нашу, то где-то эпоха апологетов. То есть апостолы уже были, а вот дальше такой провал, да, и вот сейчас эпоха апологетов, которые должны не просто защитить, апологеты не просто защита христианства, а раскрыть это учение для всех слоев, вне зависимости от того, где, как, чего, раскрыть. Это то, чем занимались в Римской империи, Ириней Леонский, Кадрат там, и прочее, прочее. Их много учений, Юстин, философ, многие другие. То есть защитить – это значит раскрыть и показать ее внутреннее содержание. А так крещение, оно уже прошло. Вы видите, что в основном теперь крестят младенцев. Это значит, что большая часть взрослого населения, те, которые хотели, в основном уже покрестились. Еще вопросы? Огромное вопрос. Да, пожалуйста. Вопрос касается вот безумия, о котором вы говорили. Да. Значит, в Евангелии от Матфея где-то, вот я точно не помню, но Иисус говорит, что нельзя, то и нельзя называть кого-то безумцем или... Дураком, рака. Не говори ему рака, тогда ты должен быть подвержен этому синедриону. А что это означает? Ближнего своего. Вы знаете, вот когда мы обращаемся к деятельности Христа, вот, к Новому Завету, то это, она, конечно, дополняет Ветхий, но с другой стороны в диссонанс с ним входит. Ведь там все на противопоставлении сказано. Христос говорит, если сказано древними, он имеет в виду что? Он имеет в виду Тору, конечно, безусловно. Перкей Авот, там учение отцов тоже, у них тоже было учение их старцев. Если сказано древним, не убей, да, то ты, если с ненавистью смотришь на ближнего своего, уже согрешаешь в сердце своего. Если сказано древними, не прелюбодействуй,
то ты, смотря на женщину с внутренней, уже нарушаешь этот закон. То есть Христос что показывает? Он раскрывает понятие закона не так, как это делают фарисеи. У фарисеев, что в тот период, что в наш, это не имеет ровным счетом никакого значения. Фарисеи мы всегда. Это социальная роль, присуща каждому из нас. Мы буквоеды, да, мы смотрим, читаем букву, и что мы потом пытаемся? Накладываем это бремя на ближнего, да, он должен следовать букве закона, а мы ищем между строк, как бы нам, ну это если себя касается, да, как бы проползти. Вот у Христа нет вот этой вот, как это сказать, вот этой двойственности, и он говорит, закон есть закон. Закон есть закон. Эти фарисейские уловки, как то, например, сказано Моисеем, почитай отца и мать, а вы говорите, если курбан, жертва Богу, то, что я, ты бы с меня имел, то вы можете не платить. То есть, если ты в храм заплатил, то ты можешь не содержать своих родителей. Вы собственными предписаниями нарушаете закон Бога, говорит он. То же самое касается, речь идет о душе. То есть, если вы даже внешне, как бы, являетесь праведниками, внутри вы все равно нарушаете закон. Потому что, если ты сказываешь ближнему своему «дурак», ты должен быть подвержен синедриону. Это он очень редко собирался, из 72 человек, первосвященников. То есть, Христос говорит о самом большом суде, который единственный мог делать еще выносить вердикт о смертной казни. То есть он что говорит? Вы нарушаете закон в любом случае. Среди вас нет праведников. Для чего ему нужно обострить это восприятие? Человек, который живет по закону, по предписаниям вот этим самым, он ведь не наследует Царствие Небесное. Ведь Моисей не наследовал Царствие Небесное. Ведь Авраам, куда спустился за ними Христос? Почему? Мы с вами читаем. Каждый из них внутри или внешне